Ребятки, всем привет, с вами Александр, Джордж Кулд и Лайв, и у нас еще атака юрского периода, у нас тут Рапторы, Чарли и Блю, и Тирекс, вот такая вот у нас команда, они решили в конце фильма не драться, да, а выступить против нас. Ну давайте возьмем вот что-то такое, 20 уровня свой второй эшелон, будем проверять. На прочность. Так, ну атаковать мы будем скорее всего вторыми. Поскольку у них там есть Раптор, так, 106. Ну, давайте начнем с Гриполита. Он мне не понравился, Гриполит. Ну, выглядит вроде как неплохо. А, смотрите, у нас опережающая отмена замены. Это интересно. А, еще и оглушение. Первый ход, очищение, регенерация. Но это нам понадобится, но попозже. Кстати, прикольно, он не использовал двойной урон. Так, у нас есть контратака еще, да? Так, бронебойный урон 25%. Так, вот прилетает, но у нас есть щит. Так, вот так, в общем, такое как, ну хотя, ну 17 левел Раптора, да, неплохо. И контратака, неплохо, кстати, вот здесь я неплохо себе показал. Если нет существ, наверное, с бронебойкой, да, у него есть щит и есть броня. То есть тут он неплохо показал себя. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Ну, наверное, зря я очищение сделал, хотя нет, не зря. Так, следующий урон у него будет двойной. Давай, может, оглушим. Вот этот удар, если оглушение срабатывает, то неплохо получается. А какой шанс на оглушение там? А, 100%. Вау. Неплохо. Но это мы переживем сквозь щит. Мало прилетело, всего лишь 732. Прям становился крокодильчик уничтожителя рапторов какой-то. Ну и вот и все. Неужто ли он еще и... Ну, Рекса не сможет. Рекс пробивает и броню, и защиту. Да, еще и крит прошел. Но двоих он снял. Без проблем. Так, ну, против Рекса еще можно один удар сделать только. А ну-ка, давайте. Один удар, может, переживем. Не пережил. Ну, крит. А без крита, а, тоже бы не пережил. Давайте паразаврика возьмем, парамолоха. Но это бесполезный удар. У Парамолоха первый удар. Все удары, короче, имеют тайм-аут. Только со второго удара там что-то интересное получается. Больно бьет, ё-моё. 2400, это было без крита. Зачем я сделал опережающий удар, кто знает, никто не знает. Но паралич сработал. Ну, Парамолох всегда принимает первый удар на себя, а там, в принципе, добивает. Неплохо справились. Гриполит меня прям порадовал, ребята. И парочка инкубаторов у нас есть. Эуплоцефал, который у нас в Jurassic World Evolution добавился. Уранич, кстати, тоже туда добавился. И Аланка еще сюда. Так, турнирчик через 2 дня. Наверное, стоит попробовать поучаствовать хотя бы в одном турнире. Так, что у нас тут по друзьякам? Вот это что-то подглючивает подгрузку эту часто. Битва за усиление. Да, какие-то нам усиления дадут. И я вот такую вот команду взял. Вот Tenant 109, прикольный. Так, вот Дракорекс, но одинарный удар с подменой. Замедляющий Тадзянг.
И прикольный Юта Зинораптор. Давайте вот этими ребятами пойдем. Так, ну Тенента лучше оставить, да? Ну и тут Ютазина, типа, вот, блин, прикольно. Ну, он самый быстрый. Аллосинозавр в миниатюре. Так, что там у тебя? Двойной урон у него. Так, это самый бронированный у нас, да, тварь, 40%. Больше в игре нету брони, чем 40%. Давайте еще замедление. Мы никуда не спешим. И давайте забустимся. Ам-нам-нам. Кританули. Так, следующая жертва. Ну тут Юзазина может, собственно говоря, всех порвать. А вот так. Правда, иммунитет, но там же удар должен быть. Нормалек. Больно бьется орнитомимчик, да? Это как бы иммунитет. Ну, давай так. А, пробил, да? А, пробил. Немножко нам не хватило. Не хватило брони. Так, он подменился. Ага. Ну давайте. Противостояние замедляторов. Контратака даже есть. Это хорошо. Ну, правда, ничтожно маленькая. Так. Что там у него? Там еще должен быть сильный удар с замедлением. Ну, хотя нет, нет, не сильный. А вот это что, подождите? Минус 50 к урону, ну давай. Надо было его сразу, наверное, использовать. Ну я вот этого удара побоялся. Кританул, вот гаденыш. Надо снова замедлять. Чтобы не потерять инициативу. Ай, двойной урон опять пролетел. Так и пробил. Так и пробил. Ничего себе. Крепкий парень. Вообще-то надо было замедлить. Что-то поспешил. Ну да, вот. А хотя он очистился бы, без разницы. Скорость забрал. Черт подери. О-о-о-о-о-о. Вот так вот делаем. Та-дам! Так, у него кто там остался? Орнитомим недобитый остался. Но у меня следующий удар должен его добить, опережающий паралич. Правда, он может и уклониться, гад такой. О, контратака стопроцентная, да? Да, вообще шикарно. Что нам тут дают? Плюс 25 здоровечка, монетки и все.